я сразу задаю вам. Во-первых, всех коллег поздравляю с юбилеем футбольного клуба. Артем, как написано в описании книги, вы собрали честные биографии знаковых фигур клуба «Спартак», да? И эти биографии открывают перед читателем скрытые ранее особенности существования этой удивительной страницы всего российского футбола. Во-первых, смогли ли вы в процессе работы над книгой ответить на главный вопрос, что такое «Спартаковский дух»? Как долго писалась эта книга? Первая ли это ваша книга? И почему именно клубу «Спартак» вы посвятили эту книжку? Ну, почему именно о «Спартаке»? Пожалуйста, вам слово. Спасибо всем, кто пришел, всем, кто уделил время, всем, кто собрался здесь. В нынешнее время это особенно ценно. Что такое спартаковский дух? Это люди, в первую очередь, в том числе те, которые рассказали свои честные истории для моей книги. Вот говорят, что история страны, она в историях людей. И это абсолютно точно можно сказать про спартаковцев, потому что история клуба – это их история. И их слова, их история о клубе, их история о жизни особенно ценны. Поэтому я и подумал о том, что именно такой формат будет правильным для книги. Это не первая моя книга. Первая была семейная книжка. Называется она «Бабушкины сказки». Я записал рассказы ее о жизни, о том, как о ее детстве в деревенском, о том, как они рано потеряли маму, как выживали в Великую Отечественную, о том, как оставались, несмотря ни на что, единым целым, оставались настоящей семьей. И на самом деле там очень много ценного в этих маленьких рассказах. Я решил записать для семьи, то есть это вот такое семейное издание. И эту книгу я решил делать вот по тому же формату, то есть когда есть прямая речь людей, их история, которая перемежается небольшими блоками об истории клуба, об истории страны, потому что все переплетено. Вот, поэтому и формат такой. Десятилетие спартаковское с главными вехами клуба. Далее идет история кого-то из спартаковцев, начиная от старейшего спартаковца, Симоняна, заканчивая днями сегодняшними. Последней из 10 этих историй — это история Артема Реброва, который еще совсем недавно играл за «Спартак», а теперь является координатором клуба, одним из помощников нынешнего главного тренера команды. Вот, поэтому такой микс из истории страны и из истории людей. Я бы хотел поблагодарить всех тех, кто согласился пообщаться для этой книги, тех, кто откликнулся, потому что это действительно очень ценно в наше время. Хочу сказать спасибо маме, потому что она меня научила русскому языку и сама преподает русский язык и литературу, а сейчас директор Ломоносовской школы. Это очень важно. Хочу сказать спасибо жене, которая меня поддерживала все время во время работы над книгой. Сергею Егору, который направил меня вот на работу над этой книгой. Всем тем, кто помогал, откликался на просьбы, на уточнения, которые необходимы были для этой книги. В общем, постарался я в нее вложить душу, в эти спартаковские истории, как когда-то вложил историю в книжку, которую назвал «Бабушкины сказки», хотя там на самом деле история это жизненная. Так что это, можно сказать, дедушкины сказки. Но на самом деле не сказки, это быль. Все так и было, как записано в этой книге. А дедушки, даже Артем Ребров, который чуть старше меня, к нему, как он рассказывает для этой книги, какой-то пацан после матча «Спартака» подходит, дергает его за руку, говорит: «Дед, а дед, дай футболку». А ему: «Ты кого сейчас называешь? Ты нас дедом ты называешь?» Нет, я дедушке уважительно к вам отношусь. Так что вот такая история. Спасибо огромное, Артем. Спасибо. Во-первых, поздравляю вас.
Дальше я хотела передать слово Анзору Камберковичу вам. Вы играли за «Спартак», да, 69-71 год. Каким был «Спартак» в то время, как вы туда попали, и какие матчи в составе «Спартака» запомнились вам больше всего? Мне очень понравилось, как вы начали правильно, с акцентом «спортивный дух». Почему? Я вам объясню. В наше время в «Спартак» приходили честнейшие футболисты, именно те, которые обожали «Спартак», любили и стремились всегда играть. Женька, Никита Волцебадян. Евгений Серафимович, давай, соберись. Слушай, Сережа, успокой его, пока я его не вызову. Невозможно. Не будет мешать. Вот. Поэтому с тех пор, как появились многие иностранцы в клубе, болельщики и специалисты говорят, где же спортивный дух спартаковский, куда он делся? Спартаковского духа, ребята, иностранцы принести не могут, потому что они не понимают русского духа. Понимаете, русское сердце любишь, и они не понимают, они понимают только деньги. Они работают за деньги, где бы они ни были. И я благодарю Артему. Почему? Потому что я как-то мне показалось о том, что Артем очень скромно в общении с нами, с футболистами-профессионалами. Я поинтересовался, ты что, такой скромный, что ли? Или ты просто хочешь услышать от меня больше, чего я мог бы тебе дать? Он говорит, Анатолий Ильич, говорите то, что вы думаете, я все буду публиковать так, как есть. Благодарю тебя за это. Я еще не читал, что ты сейчас написал. Свою речь вы читали, Анатолий Ильич. Свою? А остальные? Да. И когда ты мне сказал насчет Чаоба это по-грузински болото. Как раз я с ним когда разговаривал во время интервью, я сказал, что я был в районе, жил в Батуми, где было Чаоба называлось, это болото. И там были бандиты, хулиганы и пацаны, которые были неуправляемые. И вот в этой среде я вырос, но меня выручило его величество футбол. Я сейчас хотел бы пожелать, чтобы твоя книга, Артем, имела бы большой успех. Почему? Потому что приурочена к столетию «Спартака», но прости меня, мы, ни я, ни Ловчев, ни Никита Павлович, не понимаем, откуда появилось 100 лет «Спартаку». Но даже то, что сегодня семья Федуных затеяли такую благородную миссию, чтобы вспомнили «Спартак», я даже это приветствую. Ничего страшного. Мы справим еще в 35-м году. Доживем и до этого. Успехов тебе. Спасибо. Спасибо огромное.